Роман называется «В Юрке», его автор молодая писательница Дарья боболева Его легко не заметить, потому что писатель неизвестный, новенький совсем. И э, это очень странный русский хоррор. «В Юрке» это такая хорошая, хороший микс, там действительно местами очень страшно, и это такая классная, красивая мистическая история про дачный поселок, в котором, который вдруг обособился от всего остального мира. А, время остановилось, вечное лето, уехать нельзя, а, приехать нельзя, и в этом поселке начинают твориться какие-то странные вещи. Там какая-то такая фольклорная жуть, и российская, и нероссийская. В общем, мне показалось, что это очень интересный, необычный текст Дарья Боболева в «Юрке». Обратите внимание. Это похоже на что-то Стивена Кинга. А ну оно похоже было бы на Стивена Кинга, но оно при этом очень такое наше российское отечественное. Офигенно. Вот. И действительно местами прям по-честному страшно.